Дорогие друзья, более 20 лет я возглавляю фонд «Планета женщин». Тысячу наших мам стали участницами самых добрых конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия». Дорогие прекрасные сегодня наши зрители, которые окажутся у экранов, знайте, что каждая женщина пришла на эту землю быть исключительно королевой. Дорогие мамы, меняйте в конце концов кастрюли на короны, заявите Вселенной о себе. И я от себя лично и от огромной-огромной армии наших красавиц заявляю, что Россия – страна самых красивых женщин. Мы гордимся вами и желаем, чтобы мужчины вам всегда делали комплименты. И, конечно же, вы получили самые лучшие, самые долгожданные новогодние подарки. Желаю вам всегда быть в позитиве. С вами была Алла Маркина.